Дональд Трамп одобрил новые санкции в отношении России. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента США. По утверждению журналистов, новые ограничительные меры направлены на недопущение выхода России из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ДРСМД. Санкции же позволят изменить экономические планы российского правительства. По мнению Белого дома, Москва нарушает соглашение, по которому обеим странам запрещается иметь и разрабатывать ракеты с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров. Россия, в свою очередь, указывает на нарушение американской стороной в части ударных беспилотников и базирования разрешенных корабельных пусковых установок МК-41 на суше, как это произошло в Румынии и Польше. 8 декабря заместитель госсекретаря США Томас Шеннон заявил, что США готовы прибегнуть к военным решениям по созданию системы ракет средней дальности в случае нарушения Россией договора РСМД. В Москве, в свою очередь, парировали, что в случае выхода США из соглашения Россия подготовит более мощное оружие. Сбросили 15 мегатон, а теперь горит и плавится земля, там, где был когда-то Пентагон. Танки США отлично плавятся, и зачем их выпустил завод? А как жаль, что этот срыв кончается, лучше бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью, хлопья грин. Стелится и забивается нам противогаз. Каждому, каждому в лучшее верит. Падает, падает ядерный фугас. Скатертью бромбензин цианид стелится и забивается пуха, нос и глаз. Каждому, каждому в лучшее верится. Может быть, выживет.
составу любого гарнизона особая забота ложится на погоны. Всегда на взводе сердце стучит, не зная дремы. Высокая готовность до мелочи знакома. Всегда на взводе сердце стучит, не зная дремы. Высокая готовность до мелочи знакома. Ракетчик видит больше, чем свой участок неба. Уральские мартены и в поле море хлеба. Московские проспекты и улицы Тайшета. Кургун на двор Кутою и мурманское лето. Вращается планета в космическом просторе, плывут на все широты рубиновые зори. Все видит наш ракетчик, за все солдат в ответе, и потому над нами спокойно солнце светит. Все видит наш ракетчик, за все солдат в ответе, и потому над нами спокойно солнце светит. Мы стране советской служим, мы с оружием нашим дружим, то оружие от былого отличается. Никого мы не пугаем, но запомнить предлагаем, кто пойдет на нас войною, тот раскается. Мы ракетные войска, нам любая цель близка. Наши меткие ракеты, наши мощные ракеты, безотказные ракеты, просто смотрят в облака. Мы ракетные войска, нам любая цель близка. Наши меткие ракеты, наши мощные ракеты, безотказные ракеты, просто смотрят в облака. Как устроена ракета, знать не надо вам про это и про то, как та ракета управляется. Это дело нам привычно, это дело нам отлично, знают те, кому по службе полагается. Мы ракетные войска, нам любая цель близка. Наши меткие ракеты, наши мощные ракеты, безотказные ракеты, просто смотрят в облака. Мощные ракеты, безотказные ракеты, просто смотрят в облака. Ракетные!